Всем привет, друзья! Вот здесь нашла хороший свет, для этого даже вышла на улицу. Собственно, я хочу рассказать о том, что я придумала себе такой YouTube-челлендж, в рамках которого я планирую снимать 30 видео на свой YouTube-канал в течение 30 дней загружать. Сподвигло меня на это то, что я прохожу в институте такой Reels-челлендж, знаете, где нужно каждый день выкладывать какой-то рилс на тему там своего блога, да, для продвижения. И это скорее такой эксперимент, и мне стало интересно, а что будет, если я сделаю то же самое со своим YouTube, который я уже года два вообще никак не веду. Вот, поэтому буду сюда снимать видео и выкладывать. Ставьте плюс, если это вам тема интересна, и смотрите дальше. Никого нету на площадке. Надо идти искать ребенка. Идем на Нику. Твой Пепка? Идем налево, налево. Говорит вот так. Ты типа позируешь, да? Все позируешь? Она еще из садика идет. Смотри на маму. Ника. Ребенок сел в коляску. Все совершенно на нее не похоже. Давай. Ам-ам. Ам.
Идем. Тетя, да, подарила тебе? Забежали в туалет Папа Джонс. Пойдем. Пойдем. Гулять-то пошли дальше. Пойдем гулять. Там тетя выходит.